Всем привет, меня зовут Ольга Никонова, я певица. Я не из музыкальной семьи, я из семьи военных, поэтому воспитывали меня достаточно строго. Как только начала внятно говорить, вот я начала петь. Петь все. Мне говорили, что это будет сложно, что это очень непростой путь, не факт, что у тебя получится, скорее у тебя не получится. Но мне было совершенно все равно, я знала, что это мой путь. Я хочу сказать всем абсолютно, если вы горите, если вы этим живете, не отказывайтесь от своей любви, вот от того, что у вас вот там. Успех. В воскресенье в 21:00 на СТС.